Максим Фадеев, продюсер, автор песен, аранжировщик и композитор, а также актер и режиссер. Вклад в других исполнителей принес музыканту гораздо большую популярность, чем собственные выступления на сцене. Неудивительно, что своим триумфом гуру музыки обязан целый ряд успешных певцов в свою личную жизнь. Композитор предпочитает скрывать, однако недавно Фадеев в Телеграме показал своего красавчика сына Савву. Парню в этом году исполнится 25 лет. На снимке они стоят на премьере одного из мультфильмов. Один из пользователей спросил, а у сына уже есть девушка? Есть, кратко ответил Максим. Напомним, что сына Фадееву родила жена Наталья. Она уроженка Кургана. Ранее Наталья была гримером певицы Линды, которую продюсировал Максим Фадеев в 90-х годах.